сначала посмотреть на барабан. Который маленькая рыба красный рядом корабль, эта рыба называется анчиос. Это семи. Анчиос. Это очень вкусно. И вот, уважаемые, вот эта рыба синенький называется лунар рыба. Эта рыба не кусается и очень вкусно. Но нельзя рыбалку попасть на море, потому что это заповедная зона. Давай коллахина. Это место, уважаемые, называется Брека, и Брека это место в заповедный раз в Хамбет. Мы будем купаться в другое место, называется Возляни. Это когда закончим подскап или следующей остановки. С инструкторами, это без плата, мы будем обычно плавать с маской трубки и возле берега. Кто хочет с инструктором, пожалуйста, надо имя в группу. Кто будет возле яхты, не надо записывать. Также на корабле есть маски, ласты, жилет, бесплатно. Дают после. Солнце не отсвечивает, хорошо. Большая.